Итак, друзья, мы приехали в магазин шопинг сегодня. Сегодня понедельник. Осенний понедельник. Приехали в понедельник, потому что поменьше народу в магазине. Окей. Итак, мы в магазине, в маркете, в личном магазине. Баклажаны, лук, бананы. Вот что интересно. Совсем недавно, месяц назад, в Лондоне не стало полиэтиленовых пакетов, маленьких, которые всегда были для поштучных продуктов. А есть такие маленькие сетчики из материала сделаны. Пакетики очень приятные, красивые даже. И за это уже купить 30 ну, конечно. Вот. Вот. Ну, можно купить и отдельный совершенно пакетик. Вот. Поэтому в отдельный пакетик. Морковку сортили. Лук салатный. А вот в таком. Ну, пакетики. Матерчик. Я набрала лук поштучно. Вот моя корзинка. Подушечку купила маленькую. Кепка. Ну и что? Идем дальше. Так, ну вот, закончили наш шопинг. Полная. Little shopping. Yeah. Полная корзинка. Вот продукты. Ну, не знаю, на сколько. Ну, наверное, ну, на 2 недели-то точно. На 3 недели, наверное. Ну, и так докупаем еще в течение недели. Ну, это хорошо, конечно. Так, вернулись мы из магазина. Шопинг дан. Сумки вот теперь. На полу. Будем разбирать. Все по полочкам сложим. Покупаем много. Много овощей мы покупаем. Овощей, фруктов. Так. Как вы видите. Морковка, капуста, сельдерей. Баклажаны, цветная капуста, много помидор, лук, арбуз, дыня, так, виноград, салатные листья разные, мандаринки, апельсинки. Так, вот это вот лёха, несколько пакетиков, вот она здесь такая продается, это вареная, причем вареная свекла, вот так вот. 3-4 пакетики. Вареная свекла получается дешевле, чем покупать свежую свеклу. Плюс ее еще варить надо. Так, это вот грибы. Тут вот микс разных грибов. Шитаки. И прочие разные. Да. Так, там помидоры. Кофе лавация. Почему-то любим мы кофе Лавацца. Причем оба. И муж, и я. Так. Салатные листья.
чай, камомайл, это ромашковый чай. Это я люблю. Конфетки. Конфетки польские. Свиски. Писки. Так, дак чоколад, черный шоколад. Лимончик. Так, что там еще? Хочу сказать отдельно, это вот называется киноа. Киноа. Я здесь первый раз попробовала. White, black, киноа. Особенно черная киноа. Если удастся попробовать, очень вкусно. Я бы рекомендовала. Даже не знаю, с чем сравнить. Я в супчик кладу обычно. Можно так готовить. Мелко-мелкое. Так, тут у нас моющее средство. Персил для стирки белья. Антистатик.